Всем здрасте, это канал Бегуген, меня зовут Михаил. И сегодня продолжаем щемить терпил в Fallout 4. Что ты хотел? Я еще никогда никого не теряла. Да про тебя Скорбь? Мы уже все знаем, новое хватит. Новое чувство для меня. Ты все еще здесь? Так, ладно. Тебе что-то нужно? А, нет, пока нет. Вот что нам нужно. Значит, что сделаем? Можно броню улучшить. Можно стойкость. Больше материалов еще, да? Да нафиг, давай хакера. Сейчас пойдем, чтобы моники взламывать. Тоже нужная тема, на самом деле. Все идет по плану, мэм. Да. Так, секунду, ну-ка иди сюда. Эй! Конечно, смотри. Броньку я у нее не чинил, да? Не чинил. Так, чиним броньку тогда у нее. И свою заодно. Путешествовать с вами весьма увлекательное занятие. Ты еще не путешествовала со мной. Откуда ты знаешь вообще? Так, стоп, что-то пропустил. Так, вот так вот. Да-да-да, все замечательно. Иди сюда. Сейчас. Эй! Да блин, стоять. Чем могу помочь? Да. Да блин, давай. Вот смотри. Долго как все думают, а? Так, вот это. Левая нога, правая нога. Цепляем. Вот это и... Ага, грудак не лезет. Тогда на-ка тебе надо. А Т, да? Т. Теперь должно влезти. Да блин. Вот. И вот это. Все. Теперь цели подсвечиваются, все прекрасно. А? Не гавкай. Сейчас вот здесь надо водички хапнуть. Пофиг. И поехали. Замечательно. Ты только здесь не рыгай, понял? Тошнило, блин. Стошнит его сейчас. Так, починим сразу. Наши клетушки. Все замечательно. Да, давай, все забираем. Да, блин. Скотобойня такая не слабая. Так, все, ладно, сиди там. Нефиг бродить тут, блин. Так, все, скидываем. И шкуру. Подожди, еще мясо надо спросить. Мясо. Не, вот. Прекрасно. Ладно, идем идем. По заданию братства сходим. Именно вот, очищение содружества. Квартирмейстер этот не пройти, потому что надо идти в этот, в Фар-Харбор. А вот сюда мы можем, да. Все? Поскакали что? Надерем пару жоп еще рейдеровских. Или кто там? У вас есть запасные ядерные блоки. Я думал, скажет яйца. Есть, конечно. Вон, болотников, тут целая куча. Чё я хотел еще хапнуть? А, надо посмотреть, вода появилась очищенная. Да, все появилось. Все, погнали. Теперь колонку можно сносить там будет. На красной ракете. И вот эта вся ферма будет снабжать все поселения с одного места. Одно санкчуари будет всех снабжать. Ну потом, где есть вот эти реки или водоемы, чтобы вот эти штуки можно большие поставить. Там буду устанавливать это все. И оно будет снабжать все содружество водой. И не надо никаких колонок строить. Особенно в таких местах вот, где и так места нету, блин. А еще если колонок наворотить, тут вообще будет
Жесть. Так, так, забрал все еще в самом начале. Good. Так, этого боливара надо потом будет утолкать вон туда. И разобрать тоже. Так, ребята, ребята, молодцы. Тут живете уже во всю, я смотрю, да? Так, ну ладно. Нет назначения. То есть вы жрачку не ростите, да? А кто ей занимается? Так, значит, что отправить? Стоп. Переселить. R. Значит, санкчуари пошел. Переселить тоже в санкчуари пошла. Мне сейчас нужны там будут торговцы. Буду строить сейчас там этот... Магазины, короче. Ага, тут копаются. Двое, видимо, копаются или один? Один. А где еще один? Где еще один наш посел? Так, ты... Тебя-то я переселил или ты не среагировал? Среагировал. Значит, это тут у станков где-то трется. Да, так и есть. Пошел тоже в санчуари. Нефиг тут делать. Все. А мы побежали. Колледж сквер. Так, секунду, там гули. Не-не-не, не полицейский участок. Ты че, блин? Сюда. Там гулей, надеюсь, нету. Так, сон появился. Ну ладно. Блин, все живые. Так, ну ладно, что тогда? Покончим с ними. Все, что ли? Ну. Мин нет, ну ладно, погнали. Перестреляем этих уродов. Эй, я тебя вижу. Вроде все на месте. Ну и ладно. Чего, блин, мяч, крышка, вилка. Ну давай, берем. Опять, короче, расплодились тут твари, блин. Где я там бегаю? Комбез, мы не одни. Нифига там виляет. Я бегу. Вижу врага. Вид у него не самый дружелюбный. Что это было? Все вышло лучше, чем я думала. Не пролетает, что ли? Комбез, мы не одни. Давай, давай, разлегся тут. Гулёк, блин. Да ты-то зачем сюда заходишь, блин? Что, с ума сошла? Давай на улицу греби быстрее. Контролируй ситуацию. Во. Это кто такие? Супермутанты? Какая жалость. А, маньяк, короче, своих всех снес. Одним своим шотом, блин. Все сдохли, точно? За военные деньги. Богатый был, гулёк. Так. И все. Их только двое вроде больше шло-то. Черти, блин. Ладно, все. Да, это гули все, гули, гули. Пытаются летать над твоей головой, как пули. Вот и сюда. Зубная щетка. А, вот еще один. Когти смерти, мясо тут у них. Молодцы какие. Так, тут еще в автобусе валяются обычно два. О! Пать! Да. Разбегались тут, понимаешь. Это что, пластик? Берем.
Отдохни ты, други. Так. Мы ментатики берем, а вот это откроем сейчас. Да. Крыхи и все остальное нафиг. Бесполезный металлолом абсолютно. Так. Эй, там кто-то есть. У нас проблемы. Блин. Зря вы на нас полезли. Ну да. Так, стоп. Опять шары. Любитель погонять шарики. А как он, кстати, отсюда выскочил, не задев растяжку? Сейчас поверху еще пробегусь. Ага, здесь уже пушка посерьезнее лежит. Тоже ничего. Нет, это не надо. Вот это возьмем. Вот деньги всегда сгодятся. Так. Спать. Он и так спит. Стрелковый. Так. Возьмем. Ну. Нафиг это дерьмо. На продажу буду эти шипы делать, да, капканы, наверное. Ха-ха-ха, чушка тупая. Ха-ха, провалилась. Под ноги смотри, бегаешь тут. Как лось, блин. Все, музыка, успокойся. Все уже кончилось. Только музыка заиграет, а мы уже закончили. Так, там сейф еще вот здесь. Надо вскрыть сейфец. Раз уже зашел. Не надо ничего. Так, берем пружина. Годится. Есть. На жопе шерсть, и то частично. Или местами. Как-то так. И вон там еще сейф есть. Уж все подряд шерстить не буду, тут уже ползал, поэтому. Круто. Повторно буду ходить, если по заданиям каким-нибудь. А так нафиг. Ни хрена какой пылесос, блин, это что такое, да? Пылесос, что ли, правда? Угадал. Тоже ничего. Нахрен я это взял? Вот это лучше. Банки, склянки, блин, ведра, да. Железо сгодится, так вот. Все сюда. Нет, не надо это. Иди сюда. Да блин. Кыш, нафиг. Че ты за мной ходишь все в упор? Бегай вон. На отшибе где-нибудь. Достало уже. Так, дробовик. Ну, тяжелое. Ну, ладно, пока берем. Потом, если что, выбросим. Да ёкалы мане. Отлично. Все. Сюда. Блок похоже, нет? Мы только что разминулись. С теми, кто тут был. Уверена? Мне так не кажется. Почему это у меня не помечено? Абракса, оно должно быть вроде помечено.
А, это жирненькая Рика лежит. Вот так, бойцовская броня. Блин, взять, конечно. Но она тяжеленная, просто пипец. 20 килограмм, по-моему, сразу, да? Пузанчик такой лежит, да? Прикольно. Отожралась засранка. На чужих горбах, блин. Крыха там, крыха тут. Мины, мины, мины. Аккуратнее. Вот, все, последний берем сейф. И погнали щемить там. Да надо строить, начинать магазины уже прямо в поселении. Таскаться с этим хламом постоянно, продавать там чего. С этими, блин, магазинами в городах. Тоже такое себе занятие. Лучше прям у своих сбагривать. Если уж прям лишка, тогда можно сходить, конечно, там в добрососедство, например, скинуть все. Потому что Diamond City там, он по ночам не работает. Вот это как-то такое. Такое себе. Ну все, молитесь, рейдер или кто там живет. Ого, пылище-то. А кто вот эту пыль поднял, а? Ну, а, вот эти, наверное, черти, блин. Так. Тут надо аккуратнее ползать. Опа. Застрелилась, не выдержала. Или задрали, блин, гули. Но, судя по платью, не похоже, что ее рвали. О, привет. Рейдер отдыхает. Еще, кстати, свеженький совсем. Блин, ложка. Зачем мне деревянная ложка? Свинцовая. Есть свинец. Ну, свинец я также куплю, он недорогой. И можно также сходить в этот. Где робот это там. О. Шарится один. Сдохни. Чувак. Круто. Летние шорты. Да нафиг мне шорты. Я в железной силовой броне неплохо. Где же враг? Похоже, у врага случилось озарение. Да ты чё? Ты чё? Ты хоть назад поглядывай иногда. А не то пробирку в жопу вставят. А хуже всего, если еще и разобьют. Вот тогда будет прикольно. Опа. Тихо-тихо, нет ничего. В случае чрезвычайной ситуации вызовите полицию по аварийному телефону. Чё я надо пыталась сделать? Так, дружок. Не надо, дробовик тяжелый. Пыталась игрушкой что-то в очке там выловить. Сейчас сдохни, сдохни, парень, сдохни. Заплесневевшая еда, нифига себе, ужас-то какой. Пайп, не хочешь покушать? Бери. Все для тебя. Мне не жалко. Прибудет к платформе. Похоже, этот через... не войдет в минут. Не выходите на пути. Деньги, хорошо, вот это хорошая тема. Ух ты, нифига тут. А, то есть взломаю и не понравится, да? Ладно, наверное, там что-нибудь другое придумаем. Пошли, короче, искать. Наверное, есть ключ какой-нибудь. Комбез, мы не одни. Да уже одни, долго ли тут? В этом мире, знаешь... Ради вашей безопасности, не мешайте работе служащих протекторонов. Что это было?
Вроде блин, все чисто. В этом мире одному стать недолго. Вроде сегодня с друзьями, а завтра раз и один. Так-то тяжело. Опа. Пытался поджечь что-то. Как ты ухитряешься здесь что-то находить? Не знаю. Сам удивляюсь. Пластик возьмем. На макарошки пойдет. Сделаем воздух чистым. Пожалуйста, выбрасывайте пищевые отходы в отмеченные особым образом контейнеры. Пошел. Так, он у нас. Опа, бежит. Не бежит. Он у нас... О, легендарный, надо прикончить. Так. Надо его уничтожить. Жарься. Так, доложиться Ризу. Случай чрезвычайной ситуации. Вызовите полицию по аварийному телефону. Так. Да ты чё? Стоящие! Так. Не хватайтесь за двери, чтобы не задерживать отправление поезда. Не хватаемся. Чтобы схватиться за двери, надо сначала дождаться поезда. А кто там? Давай его убиваем, да? Пайпер, отойди. Зачем рободворецкому огнестрельное оружие? Богачи и кровь были странноваты, да? Черт! Совсем забыл, что они бабахают. Повышение сопротивляемости, энергию и урона по мере уменьшения здоровья. Ну, такая себе. Не знаю, я такую броню тоже нафиг она мне не нужна. Не знаю почему. Я больше предпочитаю броню повышение там харизмы, интеллект или там сила. Ну вот такую. А все остальное что-то как-то не прет. А, вот этот, нет, он не агрессивный. Так, а давай все берем. Вес у нас. В случае чрезвычайной ситуации вызовите полицию по аварийному телефону. Сейчас вызову с радостью. Пусть гулей прогонят. Отлично. Не то я уже устал их убивать. Менты разберутся, что им. Так. Баки, а тут? А тут все. Ладно, все, погнали. Вот, а машинист на... Ходя в вагон, смотрите под ноги. Ну да, тут скелеты кругом. Можно застрять ногой между костей. И потом не вылезти. Ага, рейдеров. Гульки поели, короче. Орлен, арбуз. Какой хрен он у меня. Обрывок журнала. Смерти никому не пожелаешь. Да ладно, они это заслужили. Это же рейдеры, ты чё? А раз рейдеры, пусть подыхают, блин. Халявщики. А чё, откуда? А, там гуль, что ли? Нифига себе. Халявщики, знаешь, они так и должны. Которые людей щемят. Ихняя жизнь должна быть всегда на стрёме, а потом оп, и закончится. Случайно и резко. Ну, зато пожил, молодец, что развлекался. Да. Блин, зачем мне вторая ушанка? Да пусть будет. На второе ухо одену. Так. Лежать.
Карабин. Шар. Так, дальше идем. А, там этот сейчас всех усыпит, парень. Все, перегруз. Все-таки словил. Но вот эти карданы, наверное, не надо собирать. Иди сюда. Эй! У меня для тебя есть куча карданов. Или этих, как... Не карданов, а этих. Шатунов, во. Да, это на шатун больше похоже какой-то. Так, оружие давай-ка. Я тоже вот эту всю хрень покидаем. Тяжеленное потом. А, все. Показывай дорогу. Да, конечно. Знать бы еще, где дорога. А то ведь я недавно тут вылез только. А, они разорвали протектрона, да? Нифига себе. Мощные ребята. Заметили что-то подозрительное? Не рискуйте, немедленно сообщите властям. Да, заметил. Странные гули бегают какие-то. О, зомби или я не знаю, кто это на самом деле. Со сгнившими мозгами, наверное. А вот как с полицией связаться, не знаю. Так-то. Это Пайпер понравилось. Случай чрезвычайной. Так, скоро ситуации. Пайпер надо будет вызовите менять на кого-то. Престон, он собака сразу замок освобождать свалит, если я сейчас любую миссию Минитменов выполню. Ага, если броню нацеплю, то все. Так, ключика я так и не нашел от этой. А кто ее открыл? А, протектрон открыл. Вога, оказывается, да? Спутник наносит на 5% больше урона. Прекрасно. Пайпер со своего пистолета хорошо наносит, я знаю. Ай, блин, пусть бегает с таким обрубком насрать. От нее толку все равно мало. Так. Ну, а тут чего, да. Да, давай откроем. Хотя надо Монике вроде с этим синтом взломать. Металл. Сходство один. Так, вот, наверное. Нет. А, два уже. Входя в вагон, смотрите под ноги. Тоже два. Все ясно. Сейчас, сейчас отгадаю, сейчас, секунду. Надеюсь, что отгадаю. Да блин. Где я? Что, нету что ли ничего? Входя в вагон, смотрите под ноги. А, вот угар, а. На, о, вот. Так-то лучше. Так и знал. Все, протектронов больше не существует. Обмылки зраны разорвали всех. Все, убегаем отсюда. А что у меня там за болячка-то вообще? Да блин. Вот. Часто спать, ну да. Во сне. Сделаем Бостон чистым. Пожалуйста, выбрасывайте пищевые отходы в отмеченные особым образом контейнеры. Эта штука знавала лучшие времена, верно? Наверное. Ты про него и говоришь, эта штука-то? Про эту штуку, да? Или про что там? О, Баффик. Лучшие времена тут все знавало когда-либо. Все, валим отсюда. Тихо. Бутылка, бутылка. Где бутылка, бутылка, где бутылка, бутылка. Да нафиг на нее. Вот она. Фига утолкала куда. Погнали. Ладно, чё тогда, в санкчуаре дуть, все скидывать, а там
придумаю уже, куда дернуть. Наверное, буду строить магазины. Стоять. Такс. Прекрасно. Вот еще на осрал. Освежиться, блин. А? Нифига у вас тут бездельников сидит. О, уже две сработали. Ну ладно, пока не буду. А, значит, ладно, на этом закончим. Если хотите увидеть здесь прохождение по своей какой-нибудь любимой игре, обязательно напишите об этом. А все ссылки в описании. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. И счастливо!